Фархад. Быть отважной тайной новой время не ждет. Разгадку надо найти. Хитрый враг расставил сеть, но только вперед. С друзьями надо идти. Фархад. Фархад и его друзья жили без забот в городе Эмират, пока магический кристалл Шариман наполнял всю страну своей энергией. Но ясные лучи кристалла начали выходить из-под контроля, а в английских лесах тем временем был обнаружен темный вихрь. Фархад! Гений с севера. Чудесно, к тебе вновь вернулся аппетит. И все-таки похоже, что это? Как там врачи сказали? Ай, они говорили много умных слов, но видно было, что они ничегошеньки не понимают. Но я не сдамся, пока не найду способ вернуть папу. Как говорит Найджел, моя Тильда может починить что угодно. Хорошо, еще раз по порядку. Папа звонил мне, когда обнаружил темный вихрь. По-видимому, эта черная дыра его и заколдовала. Кто угодно остолбенел бы. Заколдован. Именно. Ведь на самом деле эта дыра – потусторонний вихрь. Посторонний хмырь? Да нет же, вихрь, воронка, волшебный проход в другой мир. Обычные доктора в этом ничего не смыслят. Нет. Нет, так не получится. Миссис Смит, папа может остаться у вас на пару дней? Конечно, милая. А куда ты отправляешься? В Оксфорд. Уверена, что найду ответ в тамошней библиотеке. Мы ждем, пока техники очистят взлетную полосу. Это появилось полчаса назад. А? Мисс Сонсум? Чем обязана столь неожиданному возвращению? Доброе утро, мисс Кихол. То, что меня нет в списках, не значит, что я не могу заехать в Оксфорд. Ха, я так рада, что мы можем быть вам полезны. Вы не появлялись целый год. Что же случилось? Все еще исследуете этот дурацкий кристалл? Вообще-то я здесь не из-за Шеримана. С моим отцом приключилась беда. Неужели? Кафедра доисторических исследований – это не то место, куда можно просто прийти, когда захочешь. Только не говорите, что сердитесь на меня за то, что я взяла небольшой отпуск. Вовсе нет. Пока вы тратили свое время на никому не нужные изыскания, Оксфорд обрел нового гения. Неужели вы так быстро нашли мне замену? Замену? Каждый студент – это личность. Тем не менее, у нас появилась новая студентка из Москвы, которая принесла многое в наше сообщество. Да? Правда? И как зовут эту девушку с Востока? Мне она нравится. Лейла Динамо... Динямя Ледя Янти Муджани Скотт... Нет. Ска, а не Скотт Муджицка. Ах, сдаюсь. Имя непроизносимое. Но это не важно. Она весьма прилежна. Доктор Диамиджа зачислил Лейлу на следующий семестр. И в отличие от вас, она настроена серьезно. Мне пора идти, но я должна предупредить вас, мисс Лейла. В последнее время ваша успеваемость снизилась. Если ситуация не улучшится, вы должны будете заниматься во время каникул. Каникулы? Да Кихол не знает, что такое каникулы. Мне кажется, старушка Кихол иногда перегибает палку, не так ли? А?
У меня было то же самое, знаешь. Чем бы я ни занималась, она всегда была мной недовольна. Особенно, когда меня что-то по-настоящему интересовало. Боже мой, ты же Тильда! Глазам своим не верю! Супер Суансон! Супер кто? Почему ты так меня странно называешь? Шутишь, что ли? Тебя все здесь так называют. Ты ведь местная знаменитость. Понятия не имею, чем заслужила такое внимание. Разве что умением выводить кихол из себя. Но это лишь хобби, пусть даже любимое. Хотела бы я обладать таким умением, но я слишком стеснительна. Когда нервничаю, просто закрываюсь в книге. Все эти дурацкие переводы с Вавилонского, например. Я думала, ты обожаешь древние языки. Брось, ты же целиком перевела песнь о льве Хамураши. Поверить не могу. Раму хатну тьямату, шинкурайна уатан, райну хисту ицу. Удивительно, прошло 5000 лет, но эти строки по-прежнему так караши, правда? Райну хисту ицу. Я даже список покупок составляю на санскрите, а во сне вижу схемы их переводов. Кошмар какой-то! Нет-нет, веришь или нет, но это меня расслабляет. Когда я просыпаюсь, я заполняю схемы словами. Я пишу тексты для хэви-метал группы из Эппинга. Группа из Эппинга? Значит, ты автор текстов к последнему альбому «Ревущих надгробий»? Не могу поверить, что стою рядом с тобой! Не хочу тебя расстраивать, но надгробия распались. Будущее за гниющими трупами. Секундочку, сейчас поставлю. Скажешь, как тебе? Вау! Уа-ха-ха! Чума! То есть караши! Расскажи мне о Шаримане, кристалле, который ты нашла. Как ты о нем узнала? Это Кихол тебе рассказала? Нет, она считает, что Шариман – подделка или мистификация. Но я давно знаю миф о Скорпионе Света. Он упоминается в различных папирусах, барельефах, каменных табличках. Из чего он сделан? Правда ли, что он излучает энергию? Погоди, не все сразу. Во-первых, обнаружение Шаримана не только моя заслуга. Чтобы найти его, потребовалось объединить усилия нескольких талантливых людей. А откуда появился этот кристалл? Кто и когда его создал? Ай, боюсь, даже Супер Соусон не знает точных ответов. Единственный источник информации – это легенда о волшебном Скорпионе. Но у легенд нет научных обоснований. Все окутано тайной. А недавно он вышел из-под контроля, стал излучать слишком много энергии. И мы не можем это остановить. Но мы должны это сделать, понимаешь? Да, понимаю. И ты вернулась в Оксфорд в надежде найти разгадку? О, нет. Я приехала, чтобы помочь моему отцу. Пески пустынь, адский жар, исходящий от Шаримана, печет мне голову даже сквозь этот шикарный шлем. Бен, ты моя последняя надежда. Фуб, сможешь ли ты спасти старого друга? Ну, один мой давний сосед может знать, что делать. Сосед? Я жажду встречи с ним. Обманщик, ты говорил, что мы пойдем за помощью к твоему соседу. Так и есть, мы с Рашитом росли по соседству. В детстве мы вместе играли в пустынных мародеров. Я всегда всех предавал и воровал добычу у своих верных компаньонов. Странным я был пареньком. Ты? Да ты вор! Как говорится, сколько волка не корми, он все в лес смотрит. Вот так-то! Но ведь даже ядовитое растение может принести пользу в малых дозах. Не рассказывай алхимику о дозах. Я скажу тебе, какая доза нам нужна от этого гада. Что? Что? А, однако кому как не Рашиту узнать, как выжить при такой жаре. Твои доводы меня не убеждают. Я не поверю этому негодяю, пока он не пройдет испытание. Что? Что? Мисс Деманджа, Диамунска, Лейла, изучаете эксцентричные протоны, надеюсь? Вообще-то я искала один текст из базы данных. Возможно, там указан неправильный код. Исключено. Здесь все стоит на своих местах. Какое заглавие у книги? Так эта книга называется «Эксцентрические кинетические траектории в ускорителях». Слышали о ней? А кто автор? Каперинский. Олег Каперинский.
Один из ведущих специалистов по теории протонов. Его работы публиковались в десятках изданий. Ах да, ну если так, библиотека немедленно пополнит свои фонды. Можете быть уверены. А? Каперинский, ректор знаменитого Пернакия. И профессор Толтона. Умора. Где мы? Я никогда здесь не была. Это потайное крыло древнего монастыря. Его открыли пару месяцев назад после того, как я нашла вход на карте 15 века. Мне удалось выяснить его назначение. Это старая библиотека великого эзотерика Канелли. Черная аббатесса средних веков? Проклятый за ересь, ведовство и еще черт знает что? Да она была рок-звездой! Это просто потрясно! Если твоего отца и вправду поразили темные силы, лучшего места, чтобы узнать ответ, ты не найдешь. Все эти книги об одном – книга темных пучин, полный каталог древних заклинаний. Книга темных пучин? Милая, ты навела нас на верный след! Нет! 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 А! Нет! Сэр! Сэр! А! А! О. Мы в Оксфорде, сэр. Это конечная остановка. А. А. Фух. Я закончила работу для Кихол. У нас есть пару свободных часов. Мы можем пойти в библиотеку и сосканировать все, что тебе нужно. Спасибо, Лейла. Тебе спасибо. Всегда мечтала о друге, который не будет считать меня ошибкой природы. Обычно люди либо игнорируют меня, либо смеются надо мной. Мне это знакомо. К счастью, за последние несколько лет я обрела прекрасных друзей. Теперь никто не называет меня заучкой. Я тебя так не называл. Я ведь настоящий джентльмен. Ты тоже умеешь? Разве не удивительно? А, да. Познакомься, это мой грубоватый друг по имени Тень. О! Как там Найджел? Он ведет себя как лунатик, в трансе каком-то. Не знаю, поправится ли он. Конечно, поправится. Вот увидишь, он силен как дуб. Да, ты прав. Лейла, позволь представить тебе моего друга Фархата. Тебе он понравится. М? Возможно, ты о нем уже слышала. Он классный, даю слово. Арабский принц? О нем в Оксфорде тоже ходят легенды. Ага. А что с Шериманом? Стало хуже? Похоже, ты была права. Нам придется его отключить. Я решила довериться Лейле и рассказала обо всем, что происходит с Шериманом. Надеюсь, ты не против. И знаешь что? Странная сила, поразившая моего отца, по всей видимости, это какая-то темная магия. И ты думаешь, это связано с тем, что происходит с Шериманом? Да, именно. Но у нас так мало времени. Вряд ли нам удастся найти нужную книгу. Значит, доверимся инстинктам. Что это за книга? Язык мне не знаком, даже букв таких никогда не видел. Но здесь есть пометка от руки Гасанав Перемин. Это поздний арамейский. В переводе «книга противоположностей». Когда-нибудь слышала такое? Противоположностей? Очень странно. О! На рисунке дыра вроде той, которую ты описывала. Здесь сказано... А? А?
Ай, осторожней! О. Фархад, ты в порядке? О. Да, да, я в порядке. А вот книга, не знаю. Пусто, все символы исчезли. Вот они, наверху. Пора убираться отсюда. Быстрее, бежим. Ой. Мисс Олсен, перемещаться по библиотеке бегом строго запрещено. Вы будете наказаны. Придется нарушить это правило. Фархад, и вы здесь. Что это? Берегись! Лейла, магические силы вырывают буквы из всех книг библиотеки. Миллиарды букв из миллионов книг! Вы? Что вы делали в потайной библиотеке? Какого демона вы выпустили? Не время для обвинений. Надо искать выход из положения. Нужно вернуть буквы в книги. Надеюсь, у вас есть план? Если у вас нет идей получше, делайте как я. Слушайте меня. Вы являетесь собственностью университета и должны подчиниться. Остановитесь сейчас же. Быстро залезайте в книгу. Звук всех этих букв – это просто хаос. В таком случае нужно призвать их к гармонии. Хор! Хор студентов! Всем участникам хора собраться в главном зале! Немедленно! Бежим скорее! Бежим скорее! Что мы будем делать? Профессор? Профессор, играйте барочную пьесу! Что-то гармоничное и упорядоченное! Хорошо. Поехали. То, что нужно. Пойте, пусть воздух наполнится музыкой. Сработало! Гармония музыки приводит буквы в порядок. Помогите! Убираемся отсюда! Тень! А я все гадал, когда же ты попросишь о помощи? Не лучшее время для твоих штучек. Помоги мне! Что? Лейла! Я чуть не задохнулась. Мы должны что-то сделать! Бедняжки! Сидели себе тихо, мирно по книгам, а теперь посмотрите только! А теперь они чувствуют себя одинокими и потерянными. Как ты думаешь, чего они хотят? Что, если они просто хотят внимания и заботы? Может, нам нужно назвать их по одной? Посмотрим, что из этого выйдет. MBHS. Как дела? Айда за мной! Опа! Эй, а вот и Эй, Н, П, Ж, Ф, К, 0, Л, В, 7, Х, Р, 9, 0. Ха-ха! За мной, малыши! У-ху! Ю-ху! Теперь, когда вы наконец успокоились, минутку внимания. Вы все устали и хотите спать. Пора в кроватку.
А бабай! Ура! 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 И что теперь? Одна из величайших библиотек мира опустела за несколько минут. Это просто катастрофа. Да нет же! Буквы просто прилегли отдохнуть. Скоро я верну их домой. Книги! Хватайте книги! Помогите собрать их! Ребята, сиеста кончилась. Кто первый вернется на свою страницу? Вперед! Одну проблему решили. А что с остальными? Похоже, нам предстоит много узнать о свете и тьме. Может, это и есть те самые противоположности? Думаю, ты права. Но наивно было бы полагать, что Шериман во всем разберется. По крайней мере, у нас уже есть чего начать. Информация о моем отце, о Шеримане, а теперь у нас есть Лейла. То есть? Такой человек, как ты, прекрасно впишется в команду. Ты умна, любознательна и неробкого десятка. Ура! Я побежала собирать чемоданы! Да! Мисс Диаминайн? Диаманти, в смысле Лейла, где она? Собирается в дорогу. Мы вновь отправляемся в рискованное путешествие, чтобы спасти мир. Что? Есть! Наконец-то я нашел нужные травы, все готово для испытания. Я понимаю, и гиены, львов и змея. А скорпионов, ну никак. Все умничаешь, да? Что тут понимать-то? Я просто приготовил немного вертильи. Это сыворотка правды, она заставит тебя во всем признаться. Готово! Ужаснись и преклонись! Ну что ты как девчонка? Сзади было бы не так больно! Зачем ты это сделал? Пришло время сбросить маску, Рашид! Покайся, во имя песков пустынь, что ты замышляешь? Замышляю? Да! Даже не пытайся сопротивляться! Ты у меня сейчас соловьем запоешь! А ну-ка лись! Ну ладно, я знаю, нужно очистить совесть! Вот мое признание! 2 дня назад, когда я сбежал, я встретил пекаря. Он продавал булочки в лавке, и я украл одну. Булочку? Что, серьезно? Я был голоден и не смог удержаться. Хватит ломать комедию. Ты хочешь убить Фархата, украсть Шеримана и завоевать весь мир? Я? Весь мир? А что мне с ним делать? О, пески пустынь! Это мощнейшая доза веретили. Кончай придуриваться и говори правду. Винг, не трать время попусту. Нас ждут дела. Нужно охладить Шериман. Помни, я слежу за тобой. Я сам строил эти колодцы, ими не пользовались больше года, но они все еще работают. Надеюсь, вас не затруднит немного подождать. Пара минут и готово. Еще я нашел несколько огнеупорных костюмов. Если все будет в порядке, начнем завтра на рассвете. Кто бы мог подумать, что мы вместе с Рашитом будем останавливать Шериман. Похоже, мир встал с ног на голову. Вверх ногами, боком или задом наперед. Мир не перестает удивлять нас.